Друзья, приветствую. Вышел сегодня на новый объект. Раздельный санузел. Вот такой старый кафель. Ванна чугунная, убираться не будет, будет обкладываться кафелем. Туалет у нас короба. Инженерка. Ну и буду убирать обои. Сегодня подготовка. Вот прошло 3 часа с небольшим, почистил я стены, убрал кафель, снял краску, пол пока еще не трогал, буду делать позже. В туалете снял обои, завтра переварю трубы и уже продолжу видео. Друзья, собрал полотенцесушитель. Лесенка, у меня последний этаж получается, и труба идет под потолком. 2 сварочных шва, швы покрасил. Тут я заштробил, штробу запенил. Вот, подпер кран, чтобы он ровно стоял. Выводы под раковину. Ну вот труба получается спускается, кольцуется с горячей водой. Стояк холодной воды я тоже заменил, поставил новые краны, водосчетчики старые, которые были у заказчика. Ну и разводка труб полипропиленом. Все понизу будет закрываться коробом. В следующих видео увидите. До новых встреч, новых видео.